Казанском федеральном университете стартовала выставка «Студенческая весна на холсте». На ней были представлены более 100 работ студентов, выпускников, преподавателей и руководителей из студии «Штрих». По словам организаторов, все картины отображают весеннюю тематику и красочные яркие сюжеты, чтобы показать связь со студенческой весной. Все работы написаны в разных жанрах изобразительного искусства, а также в различных техниках. Конкретно этой выставке особенность в том, что эта выставка посвящена даже не только студенческой весне, но и тому, что мы отмечаем 25-летие из студии «Штрих», которая работает в КФУ с 1998 года. И непосредственно мы акцентируем и на это тоже внимание и показываем наши труды и наши работы, одни из самых лучших, на этой выставке. В день старта посетители смогли познакомиться с работами художников, принять участие в творческих мастер-классах, а также все желающие смогли узнать о направлениях деятельности ИЗО-студии и записаться на занятия. А самое главное – побеседовать с авторами работ и узнать всю кухню создания картин. Кроме того, выставка стала творческим дебютом для начинающих живописцев. Ты всегда наслаждаешься процессом, когда рисуешь, и хочешь запечатлеть ту красоту, которую увидел. То есть... У меня 4 работы здесь. Это букет цветов, потом натюрморт с разными, с хлебом, с корзинкой. Мне понравились детали. Студенческая весна позволяет проявиться не только певцам, танцорам, но теперь и художникам. Казанский федеральный университет дает возможность студентам развиваться в разных направлениях, а главное – реализовать свой потенциал. Картины можно будет увидеть до 21 апреля в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Виктория Сухих, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.